Добрый день или добрый вечер, с вами снова Рувия и Джоский. А это у нас игра Dying Light, это новое прохождение серии The Following. Да, ребята, и сегодня мы будем продолжать играть, продолжать проходить задания, прокачивать наши тачки и заниматься многим другим интересным. Да, ну самое важное — это пройти задание, к которому мы сейчас приедем, правильно? Кстати, да, слушай, я предлагаю тебе сгонять к братишке, который, помнишь, на мосту тусуется, и попытаться у него купить именно всяких новых плюшек для каров, потому что, как мы видим, вообще они, ребята, у нас стали жесткие. Смотрите просто, как мы с вами топим, это жесть. Реально, прокачали машины, и теперь они просто невероятно летают. Просто да, ребята, теперь зомбаков можно на них давить только так. Слушай, ну до метки там вроде так что много остается. Ну метка реально рядом, и задание у нас такое: доберитесь до дома Адама, и все. Ну попробуем, вроде несложно. Я, походу, сейчас сдохну. Так, я под мостом, как и надо. Капец, 13 хп, ядрить колотись. Живешь? Я еле-еле, да. Хорош. Так. Так, а ты что, тормознул и решил детальки закупить, да? Да, я попробую это сделать. Оба. Так, я тогда с тобой. Оба, прыжок. Так, братишка нас, короче, вон там ждет, поэтому погнали к нему. Пигнали. Так, надеюсь, он что-нибудь продаст. Мне кажется, ли у него все пусто, наверное, сейчас. А где он? А, его украли, выкрали, все. Лола, куда он делся? Он решил справиться без нас, короче. Я понял, офигенно. Слушай, я не думал, что он может текать куда-то. Он кидал его, понимаешь, он крыса. Короче, ребята, мягко говоря, обломались. Ладно, бывает. Окей, хорошо, поехали дальше, короче. Давай, так, короче, нам нужно сейчас по заданию, да, нашим? Да, меточка довольно рядом, мы приехали полпути, я думаю, что сейчас мы до нее доедем. Давай, помчали. Блин, на тачках, вот согласись, вот приятно кататься, правда. Не, ну конечно, да, реально, тут физика очень классная вообще, вот, ну все круто. Когда особенно прокачал их, так нифига, вообще кайфуешь. Это тебе не кошка какая-то. О, золотая кошка много чего стоит. Ну вот прокачанная тачка побаще будет. Ядрить, я дерево поймал. Хорош. На больших дорогах. Ой, нифигово, надо на дорогу, кстати, выехать, правда. Да, кстати, такая же тема. Блин. Кто-то застрял. Я чё-то застрял. Ладно, чуваки, мы его переставим. Слушай, нифигово. А как я на дорогу заеду? Можно вопрос? Я жду, когда моя... Слушай, вот не зря же, да, тут на спидометре 120 километров есть. Я жду, когда вот наша машина будет это выжимать. Типа думаешь, можно ее так улучшить, что можно будет гонять такую скорость? Мне кажется, да, то что раскачать ее можно. Нам, кстати, это... А ребята говорили, что нам нужно печень, по-моему, бегуна положить в это. Как она называется? Куда? Вы помнишь, мы клали в... Господи, что это, бочка, не бочка? Типа что-то сделать. Ну, я слышал, да. Да-да-да, надо будет положить, потому что там за это, по-моему, тоже дадут немножко доверия, типа годно будет. Окей. Надежду. Блин, у меня проблема, вообще капец, я поехал не по дороге, и капец, у меня проблема. А ты где есть? Отспустился? Да-да-да. Хорош. Живешь? Там кто-то взорвался, но у меня же есть золотая кошка, конечно, да. Хорош, давай, жду тебя. Прыжок. Так, короче, нам нужно вот куда-то сюда. Так, хорошо, я тогда прыгаю. А, я понял тебя. Так, а куда именно можно? Может быть, вот сюда вот и вот тут дверку. Нет дверки. Блин, вопрос. Здравствуйте. Так, сундучело, давайте я его открою. Ну давай, нифига, я упал, осторожно. Ты что, меня не прикрываешь? Нет. Я успел. 2 хп, хорош. Алло, что не прикрываешь? Помоги. А кто тебя повалил-то? Я открывал, короче, она меня сзади, эта дивуля, грохнула. Тут никого нет, что-то придумывают. Да, был зомбак, отвечирую. Короче, здравствуйте. Где он? Так, ладно, убежал. Я готов. Слушай, ну нам нужно как-то пробраться на эту территорию, как это сделать, я не знаю. Вот дверь, Дань. Иду. Ну, что-то она не открывается. Ты уверен, что это? Я вообще ни в чем не уверен. Так, эта дверь не открывается, короче. Короче, ребят, ничего не открывается, но... Надо найти, лол, что за дичь? Адам, как до тебя добраться, брать? Ух ты, зомбачело, гнида, сдохни. А вот. Нет, закрыто. Нет, все закрыто, блин. Груз отобрали. Короче, может быть, второй этаж нам нужен? Возможно. Короче, залезу повыше, гляну, может быть, что-нибудь да пойму. Давай. Я вообще пока ничего не вижу. Так, хорошо. Это у нас второй этаж. Это нам что-то дает? Мне кажется, нет. Где этот Адам заныкался, мне вопрос. Такой же вопрос, он где-то в доме, а вот где мы не знаем. И как к нему пробраться сюда? Так, ломать я не буду. Блин, ребят, реально сложно, мы не врубаем. Так, взлом нормально, это неинтересно. Такая же тема, реально пропускай, знаешь. Стоп, я вижу какой-то балкончик, может это он? Возможно, но это не точно. Тоже взлом нормальный, блин. Стоп, по-моему, я понял. Я нет. Блин, идеальная дверь, но она не подходит. Ребят, что делать?
Стоп, Адам, где ты ныкаешься? Адам. И окна закрыты, глянь. Вот скажи, неплохая дверь, но она не подходит. Есть тема, мы отходим и смотрим, где точно метка. Где прям точно она, внизу, наверху. Че, видишь? Пока нет, сейчас отойду дальше. Офигенно. Так, пока реально не видно. Блин. Отойду еще дальше, но опять же метку не видно. Слушай, меточка где-то, кстати, меточка где-то внизу. Опа. Я нашел будь. Ты что-то нашел? Да. А где, нанизу? Я даже не думал, что тут надо как-то взаимодействовать с этим. Короче, смотри, вот эта вот штука поднялась. А, типа открыл так. И типа зашел, да? Да-да-да. Так, короче, проходим. Полезли. Ага, открыли, смотри. Наверное, это то, что мы ищем реально. Не, это просто выход, считай. Я тебя вылечил, черт возьми. Мерси. Гад, так. Гад. И чё? Чё-то как-то... Сверху все закрыто. Ребят, что нам вообще нужно? Мы открыли... Ой, я могу что-то ломать. Найти вход. А, найдите вход в дом. Может быть, это под землей, я не знаю. Люк какой-то. Лючок. Я тебя закрою, понял? Не надо. Подожди. А может быть, там такой же есть вход? Лол. Я не знаю. Я уже хер знает где. Я запутался. Так, я там ничего не было. Блин, что за бред? Так, смотри, короче. У нас есть здание, правильно? Угу. Нам нужно в него залезть. Так, смотри, вот это, короче, теперь уже нам открыто. Так, так, так. Это радует. Так, это я закрою. А, может быть, окно можно как-то сломать? Сейчас попробую, ребят. Блин, рили, а тут даже и подземных ходов нет. Короче, чуваки, мы что-то не врубаем, но... Как этот Адам так живет, что хрен пойми, как к нему добраться? Да, реально, как он вообще сам живет, вообще не врубаем? Вопрос. Так, что-то тоже не открывается. Вообще ничего не открывается, алло. Чё за дичь? Где-то должен быть ход. Может быть, подземный. А что, если правда снизу? Ну, я пытаюсь найти, но, как ты понимаешь, да? Ничего. Ничего. Блин, попробую еще ниже. Слушай, ну куда ниже, я не знаю уже, что делать. Так, ну, блин, неспроста же мы эту тему открыли или просто так? Мне кажется, просто так. Хотя, знаешь, ну, это просто так было только в одном месте, понимаешь? Че за дичь? Подожди. Так, смотри, с этой дверью нельзя взаимодействовать. Да тут ничего не взаимодействуется. Может, окно можно взломать? Окно, они все с решетками. Ну да, они типа не ломаются. Это капец. Так, ребят, есть велик. Это хорошо. Это топово. Ребят, так, есть что есть. Может быть, с другого дома можно зайти как-то в этот? Чисто вот с другого, а? Вообще без понятия. Куда полезла, лол? Эх, ребят, думаем головой. Чё за дичь? Объясните, пожалуйста, там. Мы реально не врубаем, лол. Какой-то люк. Дань! Люк? Ядрить, колотить. Иди сюда. А как ты его нашел, объясни? Я не знаю, так прошел, нашел, охереть, погнали. Я манировал. Вот он. Адам. Адам, ты... А, это зомбак, ядрись, сдохни. Так. Подожди, тут взлом трудный, может быть, ломанем? Ну, не знаю, какой смысл, но по сути можно. Но мало ли, что-то годное. Ну да, по сравнению с нашим оружием, это да. Взломал, сейчас проверим. Так, вижу кого-то, это зомбак. Так, ну такой, разве что мешочек ценности возьму. Слушай, ну короче, мы нашли ход, это полюбасу оно, потому что... Ну друг... О, кто? Ты что тут делаешь, гнида? Я обосрался. Зомбак? Ага. Зомбак? Опа, записка самоубийцы. Любезный вор, мы не знакомы, но знай, я счастлив, что ты нашел мое письмо. Я знаю, ты здесь, из-за моего оружия, так? Дело всегда в нем. Понимаю, я не могу забрать драгоценную коллекцию с собой на тот свет. Нифигово. Короче, ломая дверь, там дверку можно сломать, Дэнь. Давай, иду. Так, взломал. Хорош. Погнали. Ух ты. У тебя тоже что-то в глазах как-то серенько? Да. Сепия какая-то. Так, и чё, где? Блин, подъём наверх, пошли. Иду, пошли. Или ты уже наверху? Не, снизу. Чё-то я медленный стал. Я тоже, капец. Чё с тобой происходит? Чё с нами сделано? Ребят, ну, да. Наверное, мы на верном пути, потому что, ну, вы понимаете, да? О, дверь, наверное, наружу, да? Не, да, там хороший выход, погнали повыше. Да, это выход, это я понял. Подсказки в доме. Понимаешь, слушай, именно в доме сепи вот этого такая вот, знаешь? Нашел 6 футов под землей. Слушайте, как однажды живого похоронили на 6 футов под землю. Ночью его зарыли. Ночью глухую и темную, глубокую яму копали. А что у него отобрали, то сохранили едва ли. Так, короче, одна подсказка есть, правильно? Прогуляться под кладбищем. Да, еще подсказка.
Нашел еще одно упоминание о маяке, из того, что удалось разобрать. Он был возведен в 1947 году, нет, 1347 году, но разрушен во время шторма в 1462 и затем отстроен заново. Интересно, сохранилось ли что-то от старого маяка? Пустой интерес, ведь у меня нет необходимости для раскопок оборудования. Так, еще записка. Место называют эту пещеру колодцем желаний. Название еще более бессмысленное, чем каменистый остров, но, полагаю, оно еще как-то связано с тамошней огромной статуей. Может быть, когда-нибудь водился обычай загадывать желания и просить у статуи благословения? Ох, не знаю, наверное, вроде бы все подсказки. Блин, еще? Вопрос, кстати. Ну, мы большинство всего это изучили. Мне кажется, что-то осталось, так как нас не выпускают с этого здания. Нас по-прежнему еще штырит, вот что меня смущает. Это жесть. Нашел? Да. Где? Тут в кабаке один человек, думаю, родственник того самого Тома. Согласился помочь мне с исследованием на кладбище. Не задешево согласился, разумеется. Пришлось раскошелиться. Надеюсь, он выберется оттуда живым. Будь тут еще чертеж. Пойду возьму. Чертеж чего? Хеза. Липкий клинок. Нифига себе. Так, вот еще записочка. Уважаемые дамы и господа, вынужден вам напомнить, что газовая магистраль, ведущая от вас к моему дому, была повреждена. Я ни в коей мере не ответственен за то, что столько газа утекло в атмосферу, и не собираюсь оплачивать ваш идиотский счет. Прошу простить мою грубость, но извольте пойти в задницу. Нифига. Все впустую. Подожди, получается, что, мы все подсказки взяли или что-то осталось? Ну, давай еще немножко пошарудим. Мне кажется, что... О, нашел, да. Как ни старайся, вспомнить название этого чертова острова не выходит. Местные называют его просто Каменистый остров, будто иначе и не надо. Ладно, пусть будет остров Каменистый, и дело с концом. Как же я не люблю неточности. Вот еще записочка. Еще. Семья выехала на пикник, но вместо радости случилась беда. Как выяснилось, на маленьком каменистом островке гнездились крупные шерстни. Сынишка, отдыхающий, потревожил опасных насекомых, просто отошел от лагеря, чтобы облегчиться. Мальчик умер от анафилактического шока. На утро они проснулись, на запад идти хотели, но возле речного русла... это стих, идрить, колотить, сейчас зачитаю. На утро они проснулись, на запад идти хотели, но возле речного русла невиданное разглядели. Холм из реки воздвигался, воды холмом разделились, и мертвое девочке сердце громко в пещере билось. Идрить, колотись. Насекомым совершенно плевать на чертову чуму. Сегодня утром у меня в кладовке было полным-полно муравьев, а мне, разумеется, не добраться до скобяной лавки за инсектицидом. Офигенно. Так... Да, если доберусь, не факт, что он там будет. Хоть зубами грызи этих мелких шестилапых говнарей. Окей, еще один стишок. Так бегите, парни, бегите, да только сбежать не выйдет. Вашего прошлого призрак везде вас, везде увидит. А нашли колодец желаний, спрятан, искать не надо. Темен, как зимняя полночь, глубок, как жерло ада. Сложно? Все. Вроде бы все. А ты вот этого стих читал? Бегите, парни, бегите. А не? Так, бегите, парни, бегите. Да сколько сбежать? Да только сбежать не выйдет. Прошлого так, Дань, вашего... оценочка на литру ставится. Давай, правильно. Все, читай сам. Не, давай ты. Я уже скипнул. Чего? Окраска. О, я нашел окраску. Еще что-то. Экскурсии на маяк проводятся по предварительной записи с понедельника по пятницу с 9 до 12. Съемки со вспышкой запрещены. Блин, еще подсказки, вы что, прикалываетесь? Капец, ребята, просто нужно по деталькам, по пазлу собирать. Слушай, а что с нами? Почему нам так плохо? Да, в дом какой-то проклятый, ядрить колотись. Реально, с домом что-то не того. Капец, у меня еще фонарик не работает нахрен. А, работает? Не, он работает. Гопа, ниже спустимся. Ребят, довольно-таки странная, но однозначно вроде бы интересная миссия. Непонятно. Ну, прикольно, необычно. Однозначно. Так, детальки нашел? Хорош. Слова. Лутаемся нихерово так. Слушай, только в доме меня так штырит. Меня тоже, да. С дома выходишь, все шикарно. Так, я открываю. Блин, где чертов записка? О, пластик. Вопрос. Не нашел записку? Ребят, ну где-то есть инфосотка. Должна быть. Пойду первый этаж проверю. Давай, пошли. Ты че за мной дверь закрываешь? О, записка. Это мы читали уже. Это который на входе был. Да. Опа, призгонок. Найс. Записка, покажись. Стальные трубки, болты, найс. Ребят, где она? Слушай, давай повыше зайдем. Не знаю, я выше уже был. Может быть, мы еще просмотрели? Опа, меня уже не штырит, потому что я вышел из зоны.
Зашел опять, я манировал. Потолок. На потолке нету. Блин, реально. Ну мы, короче, еще собрали не все подсказки. Походу, что-то, может быть, что-то одно осталось, мы его найти просто не можем, и все. Интересно, а что? Так уж вопрос, какая-то подсказочка, какой-то стишок новенький. Так, это мы чекали. Чекали. Слушай, тоже. Блин, мы все реально прочитали, но чё-то упустили. Да. Блин, это тоже читали. Чё-то мы не врубаем, ребят. Почему нас заставляют... Бечёвка, я думал, что-то новое. Так, почему ребят, нас заставляют тут столько искать всего? Это рыли сложно. Тут голяк. Блин, вроде бы все, я реально ничего найти не могу. Все, ГГВП. Это читали. На полу валялось, прикидываешь? Где? Вот на полу. Тут на рынке продаются... тут на рынке продают мазь от геморроя. Не забыть бы про нее, когда в следующий раз соберусь за покупками. И еще вы что прикалываетесь? Да, не чекай пол, походу на полу тоже может валяться, я так понял. Капец. Я не ожидал на полу увидеть, честно. Я тоже. Блин, да сколько этих подсказок нужно? Я, короче, одну даже в шкафу нашел. Кинь в это. Прикинь, прям открыл шкаф, она там? Да, ой, еще нашел пол. Ура. Как бы мне не было это отвратительно, но, возможно, придется проникнуть в какой-нибудь склеп на кладбище и эксгумировать пару тел. Учитывая здешнюю ситуацию, я не знаю, получится ли. Особенно, если вспоминать, что творится по ночам, а не придумать ли отвлекающий маневр. Ну да. Блин, еще что ли вы что, реально троллите? Капец. Так, ищем, ребята, ищем. Чё за жесть? Где, но может быть, это уже реальный вопрос. Почему так много? Блин, я не врубаю. Я тоже. Блин, где она правда может находиться? Ну, на полу, в кейсике, я хер знает. Капец, сколько в этом доме нужно найти подсказок? Я уже устал ноги, блядь, ходить по этому дому. Капец, у меня уже... О! Слушай, на полу валялась, и мы ее, походу, читали. Капец, как так? Да? Ага, как так? Я не знаю. Блин, да где же? Короче, я, знаешь, я тупо хожу, чекаю пол. Хорош, я тоже все увидел. Ребят, может быть, вы увидели ее уже, да? Но нашел. Мы этот... Хорош. Снова упоминаю о том, что колодец желания как-то связан с солнцем. Очевидно, все дело в огромной статуе. Что она значила, с чем связано, надо будет выяснить. Ура, да. Хорош. Наконец-то. Фу. Короче, мы что-то поняли по подсказкам, не? Что-то связано с кладбищем. Какой-то остров. Колодец желания, остров, камень. Что за дичь? Короче, это что-то жесткое. Да. Погнали к нашим тачкам. О, подожди. Да, тачки рядом, да? Надо проверить найденные зацепки теперь. Каким образом? Моя машина вообще где-то в жопе. Капец, сейчас, блин, потеть придется, чтобы ее вытянуть оттуда. Моя вообще наверху просто осталась. Повезло тебе, что она у тебя наверху. Да, на самом деле, нифигашеньки. Да я даже не знаю, как выехать, понимаешь, вот вопрос. Так, все, я вроде на месте. Ой, я врезался. Короче, шифтую, давай, на шифте, ну. Так, ну что будь. И как мы проверим вам эти зацепки? Как я выйду, вот вопрос. Будь, как там зацепки проверить? Я не знаю. У меня другая проблема. Короче, попытайся выбраться, я поехал. Куда? По делам. Не понял, а я? Ой, я малюха застрял. Короче, чувак, еще буду разгоняться и влетать. Shift! Дебил я. Shift! Блин, что же делать-то? Где нам искать эти зацепки? Вот вопрос. Тоже реальный вопрос. Где на... Я, короче, попробую сейчас опять сгонять до братка, может быть, он пришел. А он по ночам, по-моему, только появляется, не? А, типа ночью он там ныкается и как раз что-то продает, да? Ну, вроде да. Типа ходит на вылазки, чтобы найти что-то угодно. Ну, я сейчас проверю сейчас это. Я манировал. Да, просто... Все, минус тачка. А попробуй переставить её. Да хана, я переставляю ей хана. Вообще не врубай, не получается? Да я не знаю, как ее вытянуть. Зомбаки еще уроды. Сдохните. Так, короче, машина внизу, я вверху. Как выехать? Добудь. Его тут нет, только по ночам. Слушай, у меня, походу, появился план. Хороший? Вот это вот я не знаю. Блин, ну я, короче, знаю, что хочу сделать? Я хочу съездить и положить печень бегуна. Давай, ложи. До дома. Опа! Нашего... Чего? Я куда-то еду, ну уже лучше. Ядрить тут зомбаков! Живи. Так. Так, мы, ребята, едем. Слушай, я правда не знаю, где нам искать зацепки, где нам найти кладбище, где нам найти этот каменистый остров, что за дичь? Это все сложно.
Это все очень сложно, да. Да отстаньте, зомбаки ядрить, дайте мне машину вытянуть, гада. Капец у зомбаков. А-а-а. Парканулся. Так, пойду, короче, в бочку положу. Капец, ты рядом? Нет, вообще не рядом. Ядри, ты далеко, ух. Хорош. Так, короче, где бочка, тут был вопрос. Это подходит? Нет. Ой, ты что там, типа, сейчас что делаешь вообще? Я хочу в бочку закинуть печень. А, типа, нам, чтобы даже... получить очки какие-то? Очки, доверие, там все дела. Вспомнить бы, где эта бочка находится. Так, моя машина за сколько? Только не пугайте, 163 метра, нормально. Уж вроде нашел. Положил? По-моему, да, оставить. Нам что-то дали? Да, повышен уровень. А блин, мы... что-то не так уж и много. Сколько дали? Не знаю, но очков дали 14, кажется, вроде. О, нормально. О, повышен уровень выживаемости, найс. Нифига. Живем. Так, чуваки, последняя пыточка, садимся в машину. Едем. И сейчас тупо на разгоне, ребят, на разгоне. Так, прожимаем shift. Летим и... Нам нужно взять задание, я думаю. Нифигово. Блин, машина, ну. Колымага. Капец, меня девочка бьет. Серьезно? Капец. Серьезно? Вот я улетаю, она на качелях меня кидает. Она тебя откидывает? Да. Нихера. Тебе не стыдно? Капец. Нет. Дань, я выехал, ура. Хорош, ты что, реально не мог выехать? Да капец, там жопа капец. Серьезно? Реальная жопа была. Окей. Я еле что вышел. Что делать? Я не знаю. Найдите зацепки. Где мы их вам найдем? Эх, у меня, фух, я не знаю, у меня уже другие проблемы, как бы я забил уже на все. Так. Слушай, даже на карте меточек нет. Короче, го вместе. Что делать? Я Лайс еще там. Приезжаю к тебе, будем вместе решать. Давай. Жди, Рой. Так, я газую. Здорово! Куда? Капец, ты улетел. Ядри, ты меня откинул. Прямо на зомбаков. Погнали. Так, подожди, нам куда вообще ехать, ты знаешь? Я не знаю, нам нужно проверить зацепки, а каким образом их тратить? Ну, давай для начала поставим, может, меточку на карте. А куда? В том-то и дело, меточек даже нет. Задание чекал? Прикрой. Проверьте зацепки. Прикрой. Так, задание. Да вот тут капец. Да капец, ты прикрываешь. Даня, реально прикрой. Сядь тачку. Да какая моя тачка там стоит? Подожди, прикрывай, короче. Капец. Марина, задание. Побочное задание. У нас дохера их. Глянь, азарт. Найдите потайную пещеру под статуей. Нам нужно это выполнять. Ну, а, вот, возьмем. Мы же их как раз всех взяли. Вот это надо все выполнить. Капец их дохера. Давай. Короче, одна есть. Отлично. Что, поехали? Километр погнали. Ребят, все шикарно. Задание мы нашли. Просто километр сейчас ехать, я манировал. Ладно, сейчас разгонимся, все будет красиво. Опа, капец, на дорогу прям выпрыгнул зомбак. И ты его вообще грохнул. Дикий, ненормальный. Я вижу, да, реально дикий. Так, я проезжаю, тупо мчу. Я тоже. Какая скорость? 80. 50-60. Ну я просто там зомбака врезался. Повышенный уровень вождения, найс. Хорош. Так, едем. Нормально. Пока топим. Пока, ребят, реально шикарно, пока никуда не врезались, это очень странно. Это подозрительно. Это реально подозрительно. А, блин, я думал, заправка. А это просто остановочка. Зомбачело, вали, гуляй. Так, тихонечко я еду. Блин, не проеду. А, не проехал. Все, опа, повышенный уровень вождения. Йоу, рок. Я тоже повышался только что. Нихерово так херачим. Нормально, 800 метров остается. А, пробью забор. Ядрить не пробью, а? На тачках кайф. Реально классно. Просто езжи здорово. Так, а ты вообще куда поехал? Еду на меточку. Капец, зомби на поле. Я тупо их боком продавил. Я тоже давлю, жесть, говно, вообще изи. Тут водичка, слушай, опасно. Водичка, которая типа молния бьет? Не, водичка, в которой ты утонешь на тачке. А-а-а, я понял. Блин, я такое чувствую, что не в ту сторону, я надеюсь, поворот будет. Короче, шифты, погнали. Хорош. Ой. Здравствуйте. Ой, водичка, да-да, реально. Так, все, я вроде еду нормально. Я за тобой, короче. Давай. Нетруха! Вжух! Блин, вот эта вот ядовитая вода отравленная, она раздражает. Она капец дамажит, нихерово. Она очень больно бьет. Куда я заехал опять? Ядрить, клотить. Слушай, я вроде еду правильно. Я тоже. Да есть, помогите! Ой, тут зомбак жирный большой стоял. Да-да-да.
Так, 300 метров. А, слушай, это на ту гору нам надо, помнишь? А, типа там, где нас, типа там, пытались сделать зомбаками или как? Ну, где нас что-то вообще непонятно с тобой пытались сделать. Я понял, понял, понял. Так, я вроде почти на месте. Плюются гады, вообще мудаки. Да, бесит в этом плане. Так, фыгачим. Газу, газу, газу. А, типа, знаешь, по спирали ехать, да, сейчас? Да, слушай, ну я вроде уже почти на месте. А, я тоже почти, 300 метров у меня осталось, 370. Нормальничек. Так, я тут парканулся. Шикарно, я тоже почти. Так, и теперь нам надо наверх, получается. Ну да, найдите потайную пещеру под статую. Блин, интересное задание, да, реально такие вот уже звучит интересно. Ну, звучит интересно, посмотрю, что сейчас на деле будет. Да, будет все красиво. Это груз набрали. Да нам пофиг на этот груз. Вообще, нам по барабану на него. Так. Левей. Тупо топлю. Я уже почти приехал. Хорош. Так, выдохся по этой лестнице уже бежать. Врун, 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 врун. Я тебя вижу, кстати, я тебя вижу. Ты что, прям припарковал эти... Ой, ну тут такие вообще... Я видел, да-да-да. Я тоже, здорово. Это просто мастерски. Так, следующие подсказки. Так, а ты залез наверх, чё ли? А, понял. Чё ли? Чё слово? Нормальное слово. Так, я внизу. А тут надо вниз, интересно? Я не знаю. Я сигаю, мне пофиг. Так. Ты вообще куда ты пропал? Я не вижу. Я просто сиганул вниз. Так, чуваки, я пытаюсь паркурить. Давай. Да, ребят, вообще киска реально решает. Блин, и куда? Я на месте. Я тупо сиганул. Так, ну прыгай. Ну, киска, но алло. Внизу ведь надо было это искать. Я хера знает. У меня киска не хочет работать. Пойду утоплюсь. Опа. Вот утопился это я сейчас. Блин, чуваки, ну давай, юзайся, киска, что за приколы? Он не хочет юзаться. Интересно, где тут вообще колодец надо быть? Подожди, а как ты попал в ту сторону? Я что-то не понял, не могу обойти, прикинь. По лестнице просто. Там есть лестница? Ну, я поднялся просто и... Ну, ты же прошел наверх? Хер его знает. Ну, я тут, вот тут. Ну, вот. А дальше как? Изи, изи. Да ладно, киска заюзалась. Она... Хорош. Стой, да нет, тут нельзя, капец. Тут можно все. А-а-а! Ты троллируешь меня, что ли? Ну я-то залез, как выйдешь. Давай, прыгай. Да он не хочет, тут тупо запрещено, походу. Запрещено? Отвечаю. Законом. Вообще, где я? Подожди, дай... Ох, с высоты капец, я высоко. Здорово, ты видишь, где я? Смотри, ты где? Я вообще... Ну я прошел... Ты что, не помнишь, как мы ходили? Я-то... Я нет. В смысле? Я тебя даже не вижу. Ты чё, внизу? Же... Да. Ядрить голову, ты чё-то не наверху? А чё наверху-то делать? Я думал, ты ещё дальше, выше меня. Зачем? Оказалось, ты вообще дебуля внизу. Блин, а где найти эту подсказку? Капец, ты низко. Я пытаюсь понять, где она есть. Я тоже. Внизу её нет. Помоги. А я выжил? Я залез наверх. Так, подожди, ты вообще... Я вообще задрался. Куда ты постоянно уходишь? Ты найти не могу. Я сейчас наверху. А, понял, все, на исследуйте подсказки. Окей, подсказка, юзаем. Я на позиции. А, слушай, я вроде на месте. Сюда можно пролезть, интересно? А, ты выше, да? Угу. Блин, я не понял. Так, идем, короче. А туда, походу, и не пролезть. Чуваки, ну мы получается, в зоне, как бы в нужной, но... Что делать, это вопрос. В эти двери не постучишься. Не понял. Слушай, я вроде как бы и на месте, и нет. Но ты что-то не врубаешь, да? А ты где есть-то сам? Чёртов гад, ты опять пропал, я тебя найти не могу. Здорово! Здорово. Слушай, вроде бы мы на месте, да, но... Да, окраску забери, подойди ко мне. Иду. Слева, типа, окраска на машину. Всё. Вот этот. Верси, матерь. Так, хорошо. Так, точка вообще, блин, внизу, капец. Ты чё паришься? Внизу? Ну, глянь на зону. Уверен? Да. Да. Окей, 84 окей. Метра вниз. Ё-моё. Я нырял в воду, но я не знаю, куда именно. Ща все Руби покажет. Просто. На изи. Давай. Я, короче, прям помню, в воду нырнул, так сиганул, искупался. Ну и как ощущение? Холодно. Так, подсказки. Че, нам надо вниз, да? Ну да, я так понимаю. Го аккуратненько, не воду, а вот понемногу. И чё?
Эх, хер, я так забирался. Ты аж туда? Играй, братцы! Я убился! Дань, поможешь? Я об камень ударился и минус все, минус жизнь. Подожди, я не уверен, что спасу тебя. В смысле? Сможешь? Все, подожди, а ты вообще до какого этажа? Я внизу или вверху, я не знаю, забылся. Дань, 15 секунд. Я понял, сейчас погоди. Помоги! Че валяешься? Да, 8 секунд, сейчас сдохну. О, thank you. Вау! Подожди, колодец желание, ну нужно нырять в колодец. Я нырнул, братцы. Ну мы в колодце, правильно? Мы есть колодец. Окей. Я плыву на дно. Ты уже там. Поплыли реально на дно, короче, поплыли. И что нам надо? Хер его знает. Подводные водоросли собираю, кайф. Это ящик. Ящичек? Взлом легко. Сейчас бы под водой взломать. Подводные водоросли, Дань, я оформлю. Хорош. Взломал ящик подводный. И чё? Внутри. Ух, нихера ящик. Выглядит нихерово. Это револьвер надо был. Револьвер? Да, какой-то. Я не могу всплыть. О. В смысле? Какая хер же всегда. Слушай, мы все взяли, глянь. Давай наверх. Мы здание сделали. Бродяга, выплывай. Да, мы сделали задание, прикинь. Я походу понял. Но я в этом ящике нашел какой-то револьвер. Да я так и понял, наверное, он и есть. Походу. Короче, смотри, серия уже длится реально довольно много. Давай сначала выберемся, и потом уже можно будет заканчивать. Давай. Ща, мне главное не убиться, ребят. А, я понял, поможешь? Нет. Чертов камень, он постоянно меня предает, реально. Я лечу нормально, я падаю, об камень убиваюсь. Ну, нормальная тема. У меня кулдаун будет. В смысле? Кошки. Кошка. Восстанавливайся. Сейчас. Сейчас. У меня нет времени. Давай, только попади. Дароу. Че лежишь? А, отдыхаю. Ой, чуть не упал. Смотришь, как на изи нужно забираться, да? Смотри, раз. Не использую навык. Два. Ой, 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 падаю. Я не труху еще апнул. Фу, я залез. Запарил падать. Все, я вышел. Так, сейчас погоди. Пожди. Так, сейчас залез на самый верх, вылезем, наверное, будем там уже прощаться. Опа, я живу. А зачем наверх там? Бегу. А что? Нам вниз. Так какой вниз? У нас зоны нет. Мы еще не взяли ни задания. Так надо вылезти отсюда. Че смысл там ловить в этом храме? Вылезти можно через верх. Нет. Короче, настоящий пацан лезет через верх. Я пошел. Ты же там все разобьешься. Я жив, и это самое главное. По перилам скольжу. Паркурман. Короче, чуваки, серия получилась реально довольно интересной. Были довольно сложные, реально сложные для нас задания. Мы все это сделали, и надеюсь, что вам серия понравилась. Да, ребята, и большое всем спасибо, кто влепил Льюис металлические детали в помойке. Да, лайкос было бы реально круто, и если вы вдруг не подписаны, то вы знаете, что нужно сделать прямо сейчас. Всем пока, да, удачи. Все, большое вам спасибо всем за просмотр, всем, ребят, всего хорошего и всем до скорых новых встреч. Всем покедова!